Всем привет! Сегодня приготовим печенье из кукурузной муки без глютена. Печенье получается очень вкусным, нежным и рассыпчатым. Чтобы приготовить такое печенье, возьмите 120 грамм кукурузной муки мелкого помола. Добавьте в муку 120 грамм кукурузного крахмала и 100 грамм сахара и одну пачку ванилина. Размешайте все сухие продукты и добавьте по вкусу по 20 грамм кокосовой стружки и кунжута. Вместо кокосовой стружки или кунжута можно добавить любые измельченные орешки. Кунжут и орешки добавляются по вкусу и по желанию, если нету, можно и не добавлять. Снова размешайте все сухие ингредиенты и добавьте в мучную смесь одно яйцо и 100 грамм сливочного масла. Перетирая яйцо с маслом в мучной смеси, превратите все в мелкую крошку. Крошка у вас должна быть однородной, рассыпчатой, и при сжатии в кулаке должна держать форму, а не рассыпаться. Если мучная крошка не держит форму и рассыпается, то добавьте 1 или 2 столовые ложки воды. И снова руками перетерите все в однородную массу. Затем начинайте формировать печенье. Сжав в кулаке некоторое количество мучной крошки, придайте рассыпчатой крошке форму печенья. Это может быть круг, овал или любая другая фигура. Я сделала печенье в форме вытянутого овала и немного придавила сверху с помощью ложки. Также при помощи сетки овощерезки сделала орнамент, похожий на кукурузу. Выпекаются такие печенья при 200 градусах 20-25 минут. У вас получится очень вкусное и хрупкое кукурузное печенье. Пеките на здоровье! Приятного аппетита! Если понравились мои рецепты, то подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен. Ссылка в описании.